Привет всем любителям Лего-игр, с вами Лего-Юрчик. И наше прохождение игры Lego Star Wars The Complete Saga или Lego Звездные войны полная сага подходит к концу. Это у нас уже финал. Финал шестого эпизода и финал всей этой игры. Называется он «Внутрь звезды смерти». Внутрь, прям внутрь мы будем залетать. Внутрь этой звезды смерти. Еще хотел бы вам сказать, мне вчера написал какой-то, не буду матиться, написал, да блин, я сейчас просто поржать, смешно просто. Сейчас скажу. Окей, сейчас скажу. Блин, что я его не подготовил, блин, идиот. Так, сейчас, блин, ну окей, сейчас зайду на канал, ждите сейчас, подождите. Так вот, вот я нашел, значит, пишет. Супер Блейд, можешь отправить деньги на телефон мне, чтобы я мог скачать эту игру? Ответь, и я напишу тебе телефон для перевода. Ну, не бред ли, блин? Капец, я просто ржу над этим комментом. То есть он хочет, чтобы я ему, 500 рублей отправил на телефон, чтобы он поиграл в эту игру. Капец, я в шоке нахрен. Я просто в шоке. Так, все, внутрь звезды смерти, заходим. Внутрь звезды смерти. Все, давайте начнем. Так, видим, этот сокол тысячелетия летит куда-то там. Куда-то там, на звезду смерти. С этим, с негром, или как он там. О, что за урод? Ох, какие-то планетные эти люди. На. Давай, блин. Какие-то инопланетные эти самые. Ну, эти. Не знаю, кто, блин. Что это? Смотри туда, идион, блядь, тупорылый. Кому я деньги, сука, плачу? Что? Ничего себе. Он боится уже. Боится, блин. Сейчас сдохнешь, как боится, блин. О, ну тоже не люблю такие миссии. Хоть финал вот такой вот безобразный, но ничего страшного. Все, давайте начнем. Так, то же самое, что ли, делать? Окей, ладно, все, ладно. Не трогай. Вот эти убивать или что? Лететь куда-то. Куда-то лететь, может, надо? Возможно. Вот, звезда смерти, я лечу к ней. Я лечу к тебе... Тут не написано, что мне нужно сделать. Не, я туда лететь не могу. Определенно. Так, окей, нужно, походу, эти шары разбить, чтобы все эти гандонные эти штуки упали. Так, я вижу этих сидоистребителей, у них вот эти вот штучки, чтобы разбить вот эту хрень. Окей, надо их, это самое, наказать за плохое поведение. Давай, давай, ну, блин, я попасть просто не могу, это очень трудно, очень. Да, вот, сдох, и я беру на первую шайбу. Первая шайба готова, следующую поехали. Не, это просто неудобно. Да блин, куда поворачиваешь, блин? Все, окей, и эту. И, по идее, должна сейчас упасть вот где... Вот, да-да-да. Все, падает, окей. Так, это что там, Земля или что это? Что за планета, блин? Напишите в комментариях. Не знаю. Чтоб я знал. Окей. Так, сюда. На, блин. Окей, все. Так, и давайте вот это вот тоже сделаем. Но это понятно и так. Как можно это комментировать, если я делаю одно и то же, блин? Тут никакого разнообразия. Так, окей, давай еще раз. Бери. Ну, игра старая, я сказал вам уже. Говорил когда-то. Вроде в седьмом эпизоде. Ту, блядь, в седьмом. В пятом. Ой, падает, ничего себе, он падает, блин. Бедный кораблик. Так, все, мы всех или кто-то там еще. Кто-то еще может быть, возможно. Вот, и на, давай. И вот этот куда пошел, тварь? Куда ушел, куда? Вот он, у меня на хвосте, да. Да блин, да что ж. Что ж за... Не это самое. Блин, почему такой финал сделали скучным, а? Финал должен быть каким-нибудь получше, чем это. Да куда он улетает, блин? Давай иди сюда, блин. Что-то на последний раз всегда какие-то трудности составляет это сделать. Где ты там, блин? Прячется, блин, не видно ни хрена. Давай. Да, вот сдох, все сдох. Да, было бы смешно, если бы он сейчас забрал у меня. Я бы так разозлился, что я не знаю. Так, все. Ай, блин, еще один. Да твою налево. Да что ж. Они издеваются надо мной просто.
Вот он сзади меня. Специально, что ли, дразнишь меня, сволочь? Специально дразнит. Окей, блин. Давай, ты дышь, брыщ, тыщ, давай. И ты тоже, давай, на. На. Блин, да что ж такое-то, блин. На, да что ж ты не уходишь-то, подава. Вот так. И давай, дрыщ, тыщ. Все, все упали, надеюсь. Надеюсь, по крайней мере. Та-дам, бам-балам. Где еще тут еще есть? Да вот и все. Вот этот вот инопланетное отродье. Радуется. Улыбается. Он что-то там пишет или что там делает? Ты что творишь, сволочь такая? Не, не, так делать нельзя. Ой, жаль. Что там, блин? Вот они подлетают к звезде смерти, чтобы ее нахрен убить. Уничтожить. Чтобы ее больше не... Вот они уже внутри. Там ее не достроили, поэтому такие дыры. Так, ну что ж, мы находимся внутри звезды смерти. И давайте ее взорвем нахрен. Блин, мне этот пар бесит в каждой части. Я ничего не вижу, блин. Капец какой-то, они издеваются надо мной. Издеваются просто. Да уберите его, он мне просто мешает. Так, вот это определенно нам пригодится, определенно. Да-да-да, я уже вижу. В самом переди там что-то есть. Окей, пошли. Так, окей. Да какого вы меня... Ну блин, ну это вообще уже... Ну это уже ненормально. Вам так кажется? Мне так кажется. Очень кажется. Так, все бьем. Да ты не... Ай, блин, вот тварь. Какая он тварь, блин. Я бы уже давно все разбил. Придется возвращаться. Так, что они здесь делают? Зачем они внутри летают, блин? Они вообще дебилы, что ли? А стоп, а зачем я это... Это все было ради мини-набора. Вы издеваетесь, что ли, блин? Ой, капец какой-то. Нахрен я вот это мучился, все. Так, все, полет... О-о-о, еще 4. О-о-о. Еще далеко лететь. Вот зачем они так делают? Максимальное количество штук, которые я могу взять, это 3. А там 4, блин. Они специально злят, чтобы я возвращался за одним кусочком, возвращался вдаль. Ну это нормально, вы считаете? Это, я считаю, отвратительно. Так, вот так поступать. Чувство жалости возникает. Зачем они так делают? Чтобы дольше уровень продержался или что? В комментах напишите, если вы напишите, конечно. Ты чё не разбил? О, он не разбил даже, капец, это ужас. Это на самом деле ужас, просто ужас. Так, окей, еще 2. Хорошо. 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 Окей, все, пошел. Эти седые истребители меня задолбали, задолбали. Скажу честно, задолбали. В прямом, без переносного смысла. Они меня постоянно трогают. Они просто какие-то ненормальные. Просто какие-то... Давай, ты дышь, брыщ. Да куда ты? Да, все правильно, все, давай. И это нахрен. Все, пройти я уже, так сказать, могу. Пошли дальше. Та-дам, да-тароба. Опять это дерьмо. Как оно меня бесит. Вот 3. Максимально. Если там опять 4, но это уже фиаско или что-то типа того. Уже полный бред. Если там опять надо максимальное количество штук 4, а не 3, блин, как у меня. Чтобы возвращаться за одним кусочком, блин. У меня опять одна жизнь, как мне это бесит. Так, что там? Что? Открывай. Да, на! Ой, господи, что я наделал? Что я натворил? Ой-ой-ой. Что я натворил? Давай, бери. Он, надеюсь, не это. Давай. Да, блин, мне это бесит. Я по кругу кружусь, не могу никак взять. Так, окей, все. Да куда ты уходишь, блин? Давай. Попадай. Попадай, на. Да куда ты попал, идиот? Не из-за этого возвращаться. Капец, я ничего не сделал. Это издевательство какое-то. Это баги какие-то. Не могу попасть куда надо, блин. Делаю как надо, получается не как надо. Отвратительно.
Давай лети быстрее, блин. Ты что, как баба беременная, нахрен. Давайте на всякий случай 3 еще возьмем. Какие они твари, они меня просто раздражают. Я просто не могу уже. Ничего делать. Отстань, не трогай меня, не стреляй в меня. Что такое тупорылый? Они тупорылые какие-то, блин. Я ему говорю, не стреляй, он тупой. Меня опять она же, я сейчас умру, опять собирать придется. На, давай, давай, давай. Неужели? Неужели, блин? Давай, последний, давай. Давай, давай, на. А, задолбали. Задолбали, все, все. Так, все, это уже ядро нахрен. Само ядро. Прям само ядро этой звезды смерти. Сейчас мы должны уничтожить каким-то образом. Волшебным. Вот эта хрень. Она что-то получше, чем в прошлый раз, да? В прошлый раз какой-то... Ты чё кружишься, идиот? Баги просто. Сколько тут багов, блин? В прохождении, блин, я проходил эту игру, сколько я навстречал багов. Вы не заметили? Помню, когда это принцесса Лея что-то там не могла... Ой, багов тут, конечно, до ума. Я думал, в этой игре LEGO Star Wars The Complete Saga убрали все баги. Но на самом деле нет. Их не убрали. Остались еще. Так, нужно, походу, уничтожить вот эти все безобразные идиоты. На-на-на-на-на. Все, еще. Еще. У меня тут постоянно мало жизни будет. Одна жизнь, я буду опять подыхать. Это просто вот эти вот истребители, сиды. Истребители, они просто отвратительны. Ты че? Мне что, током шарахнул? Ты на кого током шарахнул? Слышь ты, блин. Опять я сдох, опять я сдох. Постоянно подыхаю, подыхаю и подыхаю. Где тут еще? Вот. Давай, 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 давай. Все, да, 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 все. Где я все. А, вот. Вот, вот еще один. Давай, давай, давай. Давай, подыхай. Да открывайся, блин. Открывайте там. Ку-ку, 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 кто там? Открывайте. Открывайте двери. Они что там зависли? Это не баг? Это не баг в игре? Я надеюсь, что это не баг в игре. Давай, открывай, блядь. Ой, извиняюсь, извините, если я матекнулся нечаянно. Но это на эмоциях. Это не просто для ради барани. А, все, открылось. Окей, берем, 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 бери. Они еще исчезают. Все, давайте, ядро. Ну что ж, попрощаемся. На, звезда смерти, давай. Бу-бух, блях, пух. Ой, извиняюсь, так. Ух ты, надо отсюда валить. Чё происходит? А все валить, 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 валить нахрен! Валить нахрен! Иначе я умру, да? И начнется все заново. Давайте валить отсюда, валить, блин. Она уже близко, блин, я сдохну сейчас точно. Капец, блин, давайте валить. Ой, 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 блин. Ой, ой, он уже прям близко, я боюсь. Сдохну. Сдохну в матери щипцы. Что, что, что? Где я нахрен? Где я? Я не вижу себя. Не, хотя вижу. Я вообще, этот пар меня задолбал. Что, где я? Где я? Во, давай, давай, я лечу, лечу, лечу навстречу. Лечу навстречу чему-то. Лети, давай, давай, лети. Да хватит врезаться, блин. Что такой тупорылый? Врезается. Что со мной? Что со мной, ёб твою ж налево? Что, что, я опять... Я заново начинаю, что ли? Окей, надо, похоже, что-то, вот эти вот штуки разбивать. У себя на пути. Я ничего абсолютно не вижу. Фух, размыто как. В казе барана. В тарелке барана. Окей, давайте. Я там скоро доберусь до места назначения. Какая-то звезда смерти очень длинная. Я вроде приходил сюда не так длинно было. Все, нахрен все свалил. Уху, круто. На, ударил его по плечу. И все, нахрен все разбилось, все. Все медведи тут какашечи рады. Они такие радостные. Танцуют нахрен. Бинго-гонго, блин. Вот тут-то-то-то-то. Улыбаются. Хотели поцеловаться, но эта тварь помешала. Не трогай нас. Оставь нас в покое, блин. Дай спокойно это самое. Вот это сделать. Он такой смотрит. Что это такое, блин? Они же там размножаются, наверное. Или нет? Если нет, это странно.
Так, все, наконец, все, мы прошли финал, мы эту игру прошли. А, еще финальный эпизод, не уходим. Финальная касцена тоже будет. Последняя вот в этой игры. Давайте. Сейчас вот это все закончится, и мы начнем финальную касцену смотреть. Что там будет? Что-то я припоминаю. Там будет дух вот этих вот, кто сдох. Там будет и Бен Кеноби, и Йода, и этот Дарт Вейдер, ну, точнее, Энакин. Скайуокер, финиш. Финиш, ёб твою. Я смотрю. Вот они, поджигают тело Дарт Вейдера. А, да, в Америке, если что, их не закапывают, а поджигают на костре. Вот он вышел. Его дух. О, что со мной? О, здравствуй. Здравствуй. Там что, видят провидение? Вселенной в Звездных войн видят провидение, как я вижу. Все, все рады. Все это самое. Танцуют. Танцуют все нахрен. У-ту-ту-ру-ду-ту-ту. На по башке. Здравствуй, дружок. Что он с ней танцует? Ситрипио, у тебя не... Ты робот, ты не можешь любить или что-то типа того. Чубак его как нахрен бил. Так, они обнимаются. Танцуют. Танцуют, блин, рады. И вот все, Йода, все. Здорово, чё? Я бы обосрался, увидев привидение. Я бы просто упал в обморок. Ой, Йода чуть не упал нахрен. А как там Энакин, блин, в порядке, все, он же злой нахрен. Какого хрена он там добрый? Я совсем не понимаю. Так, ну что ж, мы прошли. Короче, я вам скажу, мы на телефоне пройдем. Это еще не все, мы пройдем еще Lego Star Wars Free, Lego Star Wars Free the Clone Wars или Lego Звездные войны 3 Война клонов. Это там какие, вроде второй и третий эпизоды будут, да? Это на телефоне тоже есть игра, мы тоже ее пройдем. Потом будем Lego Star Wars The Force Awakens или Lego Звездные войны Пробуждение силы. Я не знаю, еще есть Звездные войны? Какие-нибудь игры. Только 3 игры на телефоне, и все. Наверное. Возможно. 35%, окей. Сегодня стрим проведу. Хотя зачем я этого говорю? этого финала. Окей, все. Квайгон у нас пришел сюда. Ну, все, окей, все, мы все прошли всю игру. Ну, я не знаю, там что-то бонусное еще есть, какие-то дополнительные что-то. Если хотите, пройду, пишите в комментариях, так сказать. Окей, с вами был Лего Юрчик, мы прошли наконец-то игру Lego Star Wars The Complete Saga. Окей, мы ее прошли. Пройдем еще Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Это у нас какая? Мы пройдем эту игру. Это у нас второй и третий эпизоды. Вот эти два эпизода, они будут в этой игре. Там будет что-то повторимся, что-то повторение, типа, ну что-то по-другому будет. Окей, с вами был Лего Юрчик. Всем пока, увидимся. В игре Lego Batman 3 Beyond Gotham или Lego Batman 3 Покидая Готэм. Окей, с вами был... Да я что же это уже... Какой раз уже это говорю? Идиот, что ли? Подумают. Придурок, что ли? Все, всем пока. Окей. Наконец.